Всем привет! Сегодня я снимаю влог. Я не знаю, что интересного в этом дне, но просто захотела снять влог. Вот. И в данный момент я собираюсь к врачу, одела кофту. Вот кто наблюдает за моим инстаграмом, тот может заметить, что она мне стала велика, потому что я похудела. Вот. Ну да, как бы не накрашена. Вот. Ну, в принципе, выгляжу более-менее. И хвостик какой-то низкий. Я ненавижу низкие хвостики, это плохо. Мне идут вот высокие. Вот, так что поехали. Идем к врачу. Да. Кстати, ребят, немного шокирующая вещь для некоторых. Я встретила Филиппа Бледного. Это чувак, который играл парня Кати в кухне. Он стоял рядом с моим домом в Азбуке Вкуса. Наверное, он там живет. Мы ждем. Я уже иду домой. Ох, пахнет краской. Нам стенки покрасили. Вот. В общем, я уже во дворе. Идем домой. Очень интересно, да, мои ноги? Ли, скажи привет. Привет. Тихо. Да? Что ты делаешь? Решать? Все, уже у меня глаза, и потом догадались, что сам не так, и начали меня тоже вот так. Я нанесла себе маску на лицо. До этого я еще поделала русский. Сейчас я полежу с маской этой минут 10, и потом пойду ее смою и, наверное, подремлю. Можно мне так на всю жизнь остаться, пожалуйста? На уроке, и я знаю, что этот влог очень информативный, но просто как бы хоум-влог, один день из моей жизни, так что... Так, я постараюсь делать этот влог подлиннее на пару дней, чтобы было побольше информации. Je cherche papier, я ищу бумагу. Je cherche... Да, je cherche. Получается, что Jean cherche. Uh-huh. А, да. Elle prend de la viande. В общем, ребят, ситуация такая. Я сейчас все еще пытаюсь делать какие-то уроки. Но мне уже очень лень, поэтому я скоро буду заканчивать с этим всем маяться. Вот. Прошу прощения за мой внешний вид, просто уже очень поздно. Я готовлю темы на завтра для репетитора по математике. Вот. Доброе утро. Если кто-то услышит плач, там сейчас идет борьба за жизнь и смерть. Ли не хочет чистить зубы, а надо. Вот. Но сейчас, в принципе, да. Я страшно выгляжу, потому что я только что проснулась. Вот. И сейчас пойдем завяжем у них хвост и завтракать. Вот так. Я нанесла маску себе на 10 минут. И Ли тут сидит, смотрит мультик. Скажи привет. Привет, Маша. Это не Маша. А кто это? Это мои зрители. Как их зовут? Зрители. Скажи, привет, зрители. Привет, зрители. Я и Маша, и Медведь. Итак, в общем, я буду готовить себе еду. Мама. Вот, маска улучшает мое состояние с утра, более-менее. Последовательным вершинам, которые являются точкой с координатами.
до свидания. Вам тоже всего самого лучшего. Хорошего пути. Спасибо. До свидания. А в общем-то ставим нотки. Вот. Нотки. И идем играть. Не хочу вот это вот убирать, но придется. Еще мне очень нравится то, что у меня в окна со свет, потому что таким образом мне не приходится маяться с замазыванием, дабы скрыть, где я живу. Я не знаю, почему я сказала дабы. Просто. Ну, я дабы вообще как бы не говорю никогда, что такое. Я предпочитаю говорить правильно. Я не люблю, когда люди говорят неправильно. Я хочу дать им лишь сейчас. Когда вы летели полицию? Молодцы. Мы пришли обедать. С фрикадельками. С фрикадельками. Вкусно. Итак, значит, я сейчас поделаю какие-нибудь уроки. И, наверное, пойду немного погуляю. Вот, оденусь потеплее. Хотя, ладно, оденусь, как обычно. И пойду. Вот. Вот так. Личик, ты поела? Не-не-не. Почему? Сейчас я уже а, значит, планы. Я сейчас пойду сделаю себе чай, сделаю уроки. И, может быть, если перестанет идти дождь, я схожу прогуляться. Вот. Еще мне надо разобрать вот эту полку. И еще немаловажная вещь. Я вам сейчас покажу мою младшую сестру. Это не моя младшая сестра, это вид из окна. Ну, там непонятно, где я живу. Да, я очень сильно по поводу этого парюсь. И выглядит довольно-таки нормально. Спасибо Богу, что он родил меня бровями и ресницами. Идем к сестре. Ли, ты где? Привет. А ты где? Здесь. Привет. Посмотрите, какая клубника. А дай мне посмотреть. Что ты? Кто не полюбит? Никогда не полюбит тебя. Очень несчастный. Мне родители не поют. Ну что ты придумываешь? Все тебя любят. Все тебя любят? Тихо, тихо. Напишите в комментариях, если вы любите Лию. А, значит, стою на фоне холодильника, потому что не хочу показывать кухню. А, значит, шайбы летают. А, мы сейчас пьем чай. И потом поделаю уроки, потому что гулять не хочу, идти мокро, противно. Скажи приветик. Спроси, вы меня любите? Спросите, вы меня любите? Да. Маленькая ягоза. Вот посмотрите, как она себя ведет. Хватит. Хватит. Выставляем плохую сторону Ли. Все, ну не плачь. Все будет хорошо, да? Все нормально, да? Все будет хорошо? Все. Все, не плачь, ладно? Готовим пиццу. Итак, пицца готова. Сейчас будем разбираться с ней. О, с ней все хорошо. Едем. Итак, вот у меня попкорн с бандерсом. И я сейчас буду смотреть фильм 2 плюс 1. Вот сейчас его куплю. Все, буду смотреть. Да, я знаю, что я его слишком быстро купила, но так уж покупается. Уже расстелила кровать, помыла голову и поболтала с родителями, вот, с мамой. Вот, значит, завтра мы поедем к моей бабушке на дачу, потому что они с дедушкой прилетели. Но сейчас я помонтирую этот вложик и буду спать, наверное, уже. Вот так. Так что
Но это будет уже следующий влог, так что всем пока, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, что были со мной эти дни.